Итак, у нас есть батарейка. Тут не очень видно. Батарейка Sony. Марки NPF970-960. Повышенной емкости. 6000 мА. 7,4 вольта. Эта батарейка не держит более часа при полной зарядке и выключается быстро. То есть здесь сломан, то есть не сломан, а микропроцессор нехороший. То есть в камере он видит, показывает 600 минут, к примеру. Ну, разряжается через час, выключается полностью. Мы сейчас вынем этот микропроцессор и сделаем напрямую. Разберем эту батарейку, посмотрим, что внутри китайской этой батарейки. Стоит она. Через сайт я ее заказывал 700 рублей. Оригинал стоит 5,5-6 в разных местах по-разному. Оригинал. Это же Китай. Ну что ж, посмотрим, что дальше. Я ее уже разобрал. Вот эти вот по краешку. Вот так вот прошелся. Я ее разобрал. Немножко еще не открыл, но сейчас будем открывать. Интересно, как сделано. Открыли ее вот так вот. Она там прилепнута. Надо ее немножко отделить от клея. Сами элементы батареи. Вот, сейчас мы это... Оп. Видите? Эти элементы батареи, их надо вытащить. Смотреть, чтобы не замкнуло. Лучше не стоит туда лезть. Чуть вылезло. Вот она, видите? А вот вам недопайка. Видно? Там остался один элемент. Каким-то образом. Мы его сейчас оттуда извлечем. Приклеен намертво. Вот он элемент. Уже течет вроде. Даже как. Он просто даже не подсоединен, просто стоит там и все. Такое ощущение, что он просто для веса там. Рабочие только вот эти. Вот они рабочие. Вот это просто для веса был. Ну что ж, посмотрим дальше что. Мы их потом проверим вообще, что это такое.
батарейки-то или так себе. Так, далее. Посмотрим на микропроцессор, который намертво приклеен. Да. Проверяем батарейки. У нас есть лампочка. Сейчас мы будем проверять, горит ли вообще что-то, работает ли. Так. О, работает. Так лучше видно. О, видно? Работает. Работает. Так, чуть ниже не очень. Ну вот, и проверили. Проверим этот. Не работает. Не горит. Так было для веса, чтобы она была как оригинал, весело. Посмотрим, что дальше. Ну вот мы кое-как разобрали, очистили вот эту поверхность. Сама батарейка, она получается не 970, а средняя, там 750, кажется, идет. Значит так, что мы будем делать? Так как процессор у нас зарядку показывает одно, а выдает совсем другое, мы запаяем здесь провод и здесь. Здесь и здесь. Соединим вот эти вот вещи, эти контакты. Для того, ну, эта батарейка у нас на камеру работать не будет, она будет у нас работать для света, на камерного света. Для такого же китайского накамерного света. Ну что ж, попробуем. Так, для пайки у нас есть паяльник, неисправная батарейка и припои всякие и все такое. Ну что ж, мы готовы. Начнем. Отпаиваем аккуратненько контактики. Не отпаивается. Итак, мы отпаяли два контакта.
этот и вот этот. Это плюс, это минус. Соответственно, это плюс, это минус. Мы это соединим просто, и все. Вот он, микропроцессор, который не работает. Вот он. Ну, может, или плохо работает, а может быть и работает, но просто плохая спайка, я не знаю. Тут уже разбираться не приходится. Что делаем дальше? Итак, мы сделали батарейку. Немножко неаккуратно, даже не немножко, а очень неаккуратно. Там еле припаял, либо железо такое, либо припой. Ну, короче, присоединил. Все. Так, вот у нас батарейка, которую мы делали. Вот она. Внутри пока пусто. Сейчас мы посмотрим, что из нее получилось. На свет сделаем ее. Возьмем на камерный свет LED 160. Тоже китайский. Сейчас мы ее вставим. Оп. Зарядка полная. Мы ее зарядили. Все горит. Все. Вот он, обзор батарейки.